Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Rage. В последней серии мы попали в мертвый город, мою любимую локацию в игре. Она одновременно любимая и самая нелюбимая, потому что тут, как правило, самые сложности. В первый раз здесь была куча мутантов, которые доставляли мне кучу проблем. Теперь к ним присоединились правительственные войска. Я даже не знаю, что хуже. Но в итоге приходится прорываться с боя. Тихо, понял, понял, тихо, тихо. Опасно. Ой, как опасно. Так, пересидим. Ну хорошо, хоть в этом узком проеме их можно сдерживать. Супер. Еще есть? По-моему, были. Такого расстояния это, конечно, было бы смешно. Но что-то вроде помогло ему, да? Ладно. Знакомые все места. Ох, твою мать. Прям Dead Space какой-то. Ой, только не этот опять торговый центр. Здесь мы в прошлый раз завершили серию. И тут стартовали следующую. Так что, я думаю, вы помните это место. Там было очень плохо, но нам, слава богу, похоже не туда, а теперь сюда. Это хорошо. Давайте сохранимся. Хотя это, похоже, другой вход, но туда же. Да. Банк кукурузы. Обалдеть. Острецов. Видимо, наш соотечественник. Тихо. Спокойно. Давай, братья, не вылезай. Вылазь. Да, похоже, так не попрет. На периметре спокойно. Вот так. Вот так. Так, а теперь можете присылать свое подкрепление. Теперь мы на равных условиях. Давай, Вась, давай. Давай, братья.
посмелее, посмелее. Не могу выполнить. Цель потеряна. Супер. Так, ну что, надо подобрать лут, скажем, с тебя. Сюда нам, возможно, надо будет убегать потом. Потому что я чувствую, что сейчас я подберу то, что мне надо. И пипец. Хотя, возможно, это... Так, что это? А, вот они. Понятно. Отлично. Хорошо. Да, патроны. Все, уходим отсюда к чертовой матери. Надо сказать, довольно-таки неплохо справились. Думал, будет страшнее. Угу. А где выход? Я уж на выход рассчитывал. А, вот, все понятно. Вот сейчас наверняка с крыши спрыгнут. Это просто клише. Я еще когда в первый раз проходил, когда еще мутанты были, я подумал, что когда-нибудь тут что-нибудь подобное будет. Вот увидите сейчас. Нет? Да неужели? Обычно я предсказываю такие моменты. Ну ладно. А, ну вот, я же сказал. Так, отступаем на выгодную позицию. Теперь, ребят, давайте наступайте на меня. Вы сможете. Где-то вон там враг. Ой. Ну чё? Все, готов, хорошо. Теперь мы записываемся. Еще один. Да что ж с вами такое? Минус один. Ага, а вот, собственно, выход. Я тут в панике бежал от кучи монстров. Ну что ж, вполне неплохо справились. Конечно, плохо, что игра становится предсказуемой, причем уже неоднократно я замечал, что наперед знаю, что сейчас будет, потому что очень много здесь сделано именно так, с оглядкой на других. Пока что игра мне больше всего напоминает Fallout 3, смешанный с Half-Life, смешанный с Resistance, с PlayStation 3, что-то такое. И при этом практически насквозь консольная. Что-то есть не какой-то такой узнаваемый почерк консольных игр. В общем, вот. Так, я надеюсь, что-то, блин, какая-то большая локация. Надеюсь, сейчас босс батла не будет. Вот если я опять сейчас угадаю, то это будет просто печально. Ну вроде нет. У меня на босс-то есть, если что, что-нибудь. Так, а в ракетнице патронов 12. Ну, в принципе, я думаю, любой босс сейчас ему можно только посочувствовать, если он со мной встретится, потому что вооружен я до зубов.
Тихо. Тихо, тихо. Вот тут я дрался с огромным мутантом, у которого вместо руки какой-то пенис был. Ага. Понято. К сожалению, нет потов. Тихо. Блин, без снайперов-то плохо. Так, ну все, кажется, отбегался. А теперь без прикрытия они представляют собой гораздо меньшую силу. Но расслабляться определенно не стоит. Все, кажется. Наконец-то он сдох. Да нет, смотри. Ну вот теперь-то он точно сдох. Да, блин. Фух, так. Отдышались, осмотрелись. Где он там? Вон он, по-моему. Козлятушки, ребятушки, вылезайте. Угу. Еще один готов. Я, кстати, довольно-таки близко к выходу. Свободен. Это, видимо, один из разработчиков игры. Иначе зачем помещать фотографию незнакомого мужчины сюда? Видимо, все-таки что-то в этом есть. Так, нам сюда, по-моему. Вроде бы как. Ага, сейчас мы ее расстреляем и... так, а что у нас тут? К сожалению, машинки у меня нет, поэтому проверить я, скорее всего, не смогу. Хотя нет, могу собрать. Давайте посмотрим, что же у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё она в углах застревает? Не понимаю. А, ну, судя по всему, здесь просто можно было взорвать. Так, давайте подберем ее и уничтожим эту хрень. Все, я думаю, можно подниматься.
Так. А ну вот, все понятно. Тут мы только что гоняли на машинке. Там кто-то шарашит из снайперки. Тихо, тихо, тихо. Ты где? Болезный. Вот он. Да хрен с тобой. Обоссанный матрас. Прям как в пеномбре. 12 часов. Он где-то вот тут, вот судя по голосу. И похоже ведет отстрел мутантов. Ну ладно. Вот он. А вот. Хорошо. Так, и там у нас выход. Тут у нас был огромный мутант с пулеметом. Тоже довольно-таки несложный в итоге. Ой, а теперь сюда, похоже, идут большими силами враги. Отходим, 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 отходим. В кучу, ребят, в кучу. Все, кажется, ему понравилось. Так, ну что, последний остался. А вон ты. Я-то думаю, где ты. А ты вон где, оказывается. Отлично. Лучше некуда. Будем надеяться, подкрепление не придет, и мы сможем отсюда спокойно уйти. Уйти. Так, канализация. Значит, где-то уже скоро выход. У нас сначала опять с кем-то там придется повоевать. Солдата. И еще не так страшно. Это что у него за пушка такая? Ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, какой-то мега солдат местный. А, так, ну что ж. Блин, даже не знаю, что на тебя применить.
Ой-ой-ой, охренеть. Нет, он не мертв еще. Не надо врать. Но тем не менее, близок к тому. Так, сохранимся и, похоже, пора с тобой ракетницей разобраться. Все, готов. Это что было вообще такое? Жаль, он на мелкие клочки порвало. Я посмотрел, что же это. Что же это за солдат такой, которого хер убьешь? Я бы хотел такую броню, как у него. Так, ну и все, выход. Хоть выйти, надеюсь, нам дадут нормально. В пустоши. Ох, слава богу. Дорога Ю-Трэм. Я не знаю, что они хотели сказать этим. Может, мертвым задом наперед. А, мертвый город задом наперед написано было. Понятно. А, потому что мы задом наперед прошли весь только что. Я оценил их юмор. Они настоящие петросяны. Валим. Надоело со всеми воевать. Ну и вон нафиг. Фух. В целом, надо сказать. Ой, куда мышка полетела? В целом, надо сказать, это было не так сложно, как по первачку ходить по мертвому городу. А, но все равно, конечно, определенные неприятности доставил. Хорошо, давайте возьмем немножко призов. Отлично, дороги стали чище. Вот твоя награда. Ну, спасибо. Благодаря твоей находке... Мы теперь знаем все о смертоносных планах правительства. А где Элизабет? Это серьезный удар для него и большая удача для нас, поверь. Элизабет в тебе не ошиблась. Должен признать. Нам пора в дорогу. Элизабет отправилась заранее, чтобы подготовиться к нашему прибытию. Не волнуйся о вещах в гараже. Все будет в целости и сохранности. Но сами мы должны уехать как можно скорее. Награда за твою голову будет только расти. Мы применили шифратор. Это поможет замаскировать наш уход. Если ты с нами, тогда возвращайся сюда. Уйдем вместе. Ну, давайте сразу, что ли. Ну, ты готов идти? Глушилка прикроет наш отход. Так, отклонить. Ладно, как знаешь. Но я не могу ждать вечно. Сделай, что должен, и скорее возвращайся. Короче говоря, ребят, я думаю... Ведь мы займемся в этой следующей, вернее, серии, потому что на это уже время у нас поджимает. Надеюсь, вам все понравилось. Мы выбрались из мертвого города. Это было круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.